Всем добрый день. Находимся в фермерском хозяйстве «Батьки в сад». Хочу снять сюжет о том, как отослать саженцы, которые находятся в контейнере, далеко, когда они находятся в дороге 2-3 недели, а то и месяц. Для этого нам понадобится хбшная ткань, кулек, картон, скотч, секатор или ножницы, которыми снимаются листья. Если они не отрываются нормально, то их можно просто отрезать, оставив такой черешок небольшой. Вот на этом саженце можно увидеть. Для того, чтобы не ранить почку, оставить там по сантиметру черешка от листа. Если лист снимается нормально, то его можно снять просто так, аккуратно. Снимаем листья. Вынимаем аккуратно саженец и тряхаем землю, в котором он находился. Аккуратно разрываем, разминаем ком. Лучше подсушить, конечно, было бы немножко торф. Держим за основание саженца, не за верх, потому что саженец сломается. И вот таким образом вытряхиваем, освобождаем корневую от земли. О, что у нас получилось. Вот такой саженец. Сразу накрываем от солнца, чтобы корневая не пересыхала. Ни в коем случае нельзя мыть корневую. Для фундука, для деревьев, которые растут в лесу, для хвои это чревато последствиями, потому что находится грибница на корнях, и когда ее смоешь, саженец потом уже не будет жить. Он просто в течение лета усыхает и все. Вот что мы имеем. Вот такие саженцы. На солнце долго нельзя быть ему. А дальше хбшная тряпка, вода, хорошо выжимается до упора. Тряпка должна быть влажной, но не мокрой. Большая для этого саженца, но идея понятна. Заматывается корень. Беги остаются открытыми. Ложится в кулек. Хорошо заматывается, завязывается, для того, чтобы сохранить влагу. Если есть скотч, то можно скотчем, если нет скотча, то используем обычный шнурок. Мотаем основание возле побегов, чтобы максимально сохранить влагу. Вот в таком виде сукуется корневая. Дальше картон, которым заматывается полностью весь саженец. Опять скотч или шнурок.
плотно заматываем. Саженец будет дышать, побеги будут дышать, но одновременно они будут мокрые, а корни останутся мокрыми. И в таком виде уже пакуется в коробку для отправки, то ли в фирменную коробку, которую отправляет почта, то ли в свою. И такой саженец может без проблем ехать месяц, находиться в пути и придет живым и здоровым. В принципе, все. Всем спасибо.